Иди, сядь. Это, конечно, немножко странно. Сядь. По времени. Сядь. Может быть, она не... Вот так. И лапонька моя. Очень хорошая. Ох, был кадр. Я никогда не забуду Андрея. Он никогда не забуду. Он нет. Ой, это такая красота. Это вот такой ярко-зеленый лист очень красивой формы. И бело-снежный, зеленоватую, так сказать, такую вот гамму цветов. Зеленоватую гамму уходящих цветов. С такими белыми пестиками. Я только порчу. Совершенно не запах. И вот он сделал потом на мостике шляпся. Горшок обыграл, значит, с мертвыми. И вот приближая таким движением, так ритмические как-то. Это такой был сюжет потрясающий. Он еще остался, Андрей, да? Потрясающе надо выкинуть. Ой, слушайте, это невозможно. Подожди. Это невозможно. Это потрясающе. Это килограмм. Слушай, а вот рядом какой-то подожди, холмик. Подожди. Ты посмотри, какая прелесть. Боже. Ну подожди, а то вот. Ой. А как вот его выкрутить? Боже мой. Отдыхай, отдыхай. Никогда грибы не срезают. Вот то будет гнить. Гнить себя будет. Грибница. Ой, такой, боже мой. Крути. Ну молодец. Вот и оторвала. Прекрасно. Ой. В следующий раз. О! Нет, ну чудесно. Ну слушайте, это просто это такого я не ожидала. Я сыроежек вот ожидала. Подарок от моего леса. Ой. Это потрясающе, да? Конечно. Это посмотрите, даже какая красота. Даже если будут червивы, все равно тут сушите. Тут нет, все равно сушите. Все, вы, все. Ой, черви, какой вы. Запах. Всех червей засушите. Ой. Ну они выползут все. Ой, это невозможно. Ну грибы тут можно сварить. Нет, вот теперь нужно все. Теперь все. Надо доставать. Можешь уже домой идти, уже нужно нашел. Слушайте. Да, я положу его. Куда я его положу? Такие вот черные.
когда мы были светлые, все это было еще. Только начинал, да? Зеленым. Соня, черные ягодки. Соня, хочешь? Соня, иди. Можно разойтись по полянам, кто где хочет отдыхать. Видишь, комарики есть. А? Комарики есть. Ну, Танюш, грешно говорить. Mm-hmm. Идем столько, yeah. Вот ни разу не обмахнулись. А сколько, вот, кстати, говорить? Как ваш замер? Сколько мы до первой поляны сейчас? Да, вот сейчас он снимет. По этой дороге долго. С той стороны, как вы тут елки, фишки ее висят. Танечка, пойдем, Таня. Он уже ушел. Они вот все разные. Я вот лежу, и на них смотрю. Тут было очень хорошо, вот сидит. Видите, вот как хорошо, что я жила. Нет, тут мы расширим, одеялись. Вот обычно я прямо вот так. А можно сейчас найти, там посмотреть. Там посырее, вот лучше, вот самое сухое место здесь. Да? Там сырее? А вот возле дорожки пригорок. Или солнышко было сверху? А? Солнышко хорошо на солнце. Ну, на солнце уж очень. В принципе, мы можем и на солнце. Сейчас ты его не оставишь. Давай.
Ну что, мы мальчики? Ладно, сидений у нас много, мест у нас навалом. Да нет, это вот мои сапоги, кажется. Вот я смотрю, вот здесь вот может быть. Ну, комарьё там, все же уже проверено, да? Конечно. Светлин, твоя карта. Хорошо. Ну, комарики. Ну, давай четверть в тенёк. Да. Ой, как мы с тобой что, позируем, да? Ты просто великолепно. Он даже лёг. Он лёг, он умаялся. Ну, вообще интересно, он больше всего бежал около меня. Я считаю, что он понял. Может, я знаю, что у вас очистить. У нас просто уже нет чеснока, поэтому... Я обычно кладу в картошку чеснок, вижу. Я положила очень мало, у меня была одна на это будет. Надо, может, постучать? Да. Ну, лапочка. Вот как он смотрит, все понял. Смотрит. Все понял. Сейчас я его жую с чесночком. Здесь не пекло. Мой хороший. Сейчас. Вот у Катерины, моей внучки, две собаки, значит, приучены так. Во время еды не кормится. Значит, мама с дочкой обедают, собаки сидят, смотрят. Жадными глазами. Жадными глазами, не вот, шевельнувшись, знаете. Как вот на дичь. Сонечка, ну, встала Нина. Сорвали. Наташа. Начинает кормить. Ох ты, моя лапенька. Давай, еще. Чесночком. Ну, дощак ему чесночка-то тоже бы утречком дать. Ну, вот он с темой получилось. Когда он ел-то, он прогулялся, он так пытался. Ой, тут, между прочим, с муравьями. Львиный дев. Шиони! Красивые цветы, солнечные. Что они? Ну, давай. Ты же смотри, издали смотрится, как грибы. Да? Я пошла посмотрю. Еще один вот такой вот рост. Не мухомор. Считается, что это может быть даже цветок. Солнечные такие. Вот интересный такой экземпляр. Почти как мухомор, но удивительно красивый. Вот так вот стоял, да? А вон вот Тань, вон он еще второй. Ну нельзя. В траве. А, да, сейчас забудешь. Первый проход. Да. Иди. Идем. Аккуратнее. Судорожно кто-то снял грибы. Так мне кажется здесь. Прыгали с машины, да? Не прошли мы тут, я чуть не слышу. Сюда идем, да? Родни. Шони, а где ты? Иди вперед, мальчик, ты мешаешь. Иди. Иди вперед. Светлин, аккуратней. По красивым полянам. Так. О, здесь крапива. Такая огромная крапива. Крапива. А может, мы не туда вообще? Да, ну вот так. Они сиреневатые. А вот, лесная мята. Воробьёвы. Там клуб. Ну, тоже так. Есть. Вот смотрите. Разные. Очень похожи, да? Но, по-моему, да. Это уже не важно.
А, вот так, да, это можно ошибиться. Нет, это нет. Ну, а вот этот нет? А тереть. Ну, конечно, это нет. Значит, там, вот здесь, а там же много, там лучше собрать. Ну, там нет, скажем. И такие заросли, такой здесь таинственный. А вот здесь вот должно быть озеро вот здесь. Наташа, где ты? Здесь. Ну, как интересно. Мяточка немножечко можно набрать. Запах такой острый. Да-да. У нее. Другая трава так не пахнет. Можно еще отрывать и шмолик нюхать. Если какие сомнения. Ну, возвращайся, возвращайся. Сейчас весь с колючкой будет в этих. Вот здесь мятный катар. Можно засушить. Кушай мяту. Кушай мяту. Засушить можно будет, да? Вот чем-то она облеплена. То ли это листочки такие беловатые такие. Да, это ничего страшного. Да? Ну, сполоснуть можно в конце концов. Ну, только тут, конечно, не становится. Нет, здесь еще дождь был. Интересно, да? Ой, как интересно. Красавчик. Так, я чувствую, что надо перекладывать. Потому что это такое. Не получается. Надо уметь. Придется сюда положить. Так мы не доели. Не знаю, попробуем. Что, нигде хозяйка? Ну, скорее ищи хозяйку, быстренько. Иди, хозяйка. Что, нигде хозяйка? Хозяйка, хозяйка. Что, не? Вот там, там. Иди, тетя. Нет, я не уже встал. Неужели много? Да. Ну, просто не надо. Ой, мне кажется, такой муж. Ой, Шоня, ты что? Да. Разве можно? Шонечка, нельзя. Пить надо. Андрей, а где? Там это, да? Вода? Нет, кружка. Желанечка. Вот набился. Вот у меня море удовольствия было. Да. Мы там чернички поели еще чуть-чуть. Ежевики и черники. Великолепные, такие крупные, ягоды зеленые. Побольше немножко времени собрали бы даже немножко. Сядь. В общем, 8 часов надо минимум, а лучше 10. А еще лучше 12. Еще лучше вообще. Он еще туда-сюда. Кстати, ваши стаканчики.
Мэри. Мэрик вышла погулять. Разорались соседи.